В старом городе Иерусалима вновь неспокойно. Палестинцы столкнулись с полицейскими на Храмовой горе перед мечетью Аль-Акса. Активисты закидывали правоохранителей камнями, петардами и бутылками. Для подавления беспорядков полицейские в ответ применили шумовые гранаты. 20 человек пострадали. В ходе инцидента военные блокировали вход в святыню. После восстановления порядка храмовую гору вновь открыли для посетителей.